Девочки, привет! Всем добрый вечер! Я хочу с вами сегодня связать одного замечательного щенка. У меня есть такая схемка от Ольги Колесниковой. У нее все схемки подписаны под псевдонимом Пчелкина Лавка. К сожалению, здесь нет у нее ни ее ссылочек, но я их найду. Под видео я обязательно поставлю, где можно найти автора, чтобы скачать эту схемку, но она в свободном доступе. Вот. Будем вязать все как в схемке. Единственное, что, вот, например, вот эту проволоку внутрь я вставлять не буду, потому что хочу, чтобы игрушка была для маленького ребенка, ну, без всяких каркасов внутренних. Вот. И голова вяжется отдельно от туловища. Я же хочу эту голову вывязать. Или, может быть, посадим ее на суставчик. Вот. Но так как не все имеют суставы, я думаю, что мы ее вывяжем. Я так думаю. Вот. Глазки вяжутся вот таким методом. Они у нее простые, как белые зрачки. Потом вставляются глазки и обвязываются еще темной ниточкой. Посмотрим, как будет смотреться. Он, в принципе, вот с этой обвязкой он очень симпатично смотрится. Дело в том, что она у нее коричневая, и обвязка тоже идет коричневая, под коричневые глазки. А я хочу делать собаку не коричневую, а рыжую. Рыжую с белым. И обвязка, конечно, была бы красивая коричневая. О, девочки, не коричневая, а рыжая, под цвет пряжи. Но у меня нету рыжевой. У меня нету рыжей ниткой такой, поэтому я вот думаю, обвязывать или нет. Но мы посмотрим, да, по ходу действия. Я еще эту собаку ни разу не вязала, поэтому вяжу с вами первый раз. По фотографии мастер-класс у меня уже очень давно лежит в моей папке. До этого не доходила. Тут меня одна девочка попросила ее связать, спросила разрешение у автора. Автор мне дал добро, поэтому я с большим удовольствием ее свяжу. И потом скинем ссылочку автору, пусть посмотрит, что получилось. Вот, что еще? Ах да, хотела вас всех поблагодарить. Девчата, у меня вчера был юбилей, и я только получила поздравления от вас всех. Огромное вам спасибо за такую поддержку, за такую дружбу, я могла сказать, виртуальная дружба, но она иногда бывает более настоящей, чем та дружба, которая не виртуальная. Я даже не боюсь этого сказать здесь очень громко, поверьте мне. Вот, спасибо вам всем огромное за столько поздравлений. Я уже, как сказала, я с утра встала, у меня телефон кипел, и мессенджер, и Инстаграм, Одноклассники, и Фейсбук, и все-все-все, и WhatsApp. В WhatsApp я вообще боялась даже заходить, там столько было сообщений, у меня там только около 300 контактов. Вот, и это было что-то. Ну, справлять я не справляла, потому что 40 лет мы не справляем, плюс этот еще долбанный карантин. Вот, у меня были родители, мы очень хорошо погрилили. Я дала себе вчера возможность расслабиться. На следующий день, конечно, я очень сильно боялась, что я этот день не выживу. Но ничего, я легла даже очень рано спать, мне кажется, часиков 9:30. Ночью встала, выпила целую бутылку воды. И опять уснула. Сегодня стала огурчиком. Девочки, вообще я алкоголь не пью. У меня аллергия на этот штикштоф или швефель, или как он называется, не знаю по-русски. Я очень сильно болею от одного стакана вина. Но иногда так охота забыть все какие-то проблемы, все какие-то говнотерки и все вот это. Охота просто взять и расслабиться. И вчера я себе это позволила. Мама моя, конечно, меня давно такое не видела, но я себя вела очень хорошо, я была примерно девочкой, и ничего так. Мы с детьми даже как никогда все в одну кровать как забурились, уснули, и было четко. Вот, поэтому не могу не выразить свою благодарность, спасибо вам огромное. Спасибо большое, девчат, мне было очень-очень приятно. Столько сообщений даже, не только в личку, да еще и здесь на Ютубе. Ну, улыба у меня с лица не сходит. Честное слово. Спасибо. Итак, я, короче, поставлю вам тайм-код, где я начала болтать здесь по тему схеме, а не про день рождения, чтобы некоторые не матерились на меня. Вот такая собачка. Для этого мне... Девочки, коронавирус.
Вы видите, да? Я все переломала, все пообдирала. У меня, блин, все, я сказала, больше никаких ногтей. У меня их никогда в жизни не было. И надо паузу сделать. Я 2 года их не снимала, и у меня очень сильно болят руки. Не буду больше ничего делать. Слава богу, что я себе ресницы не клею, волосы не припаиваю. Такого у меня нету. Но ногти пооблизали. Ногти пооблазили. Боже ты мой. Короче, все, молчу. Для этой собаки я хочу использовать рыжую пряжу. Хималая Дольфин. Вот это. Номер у нее 30. 330, да? Потом я использую кремовую пряжу. Это же номер 308. И да, будут у нее еще шортики вязаться. Какие шортики, девочки, я не знаю. По цвету буду брать. Я думаю, что зеленая здесь тоже будет очень красиво. Но я еще пока пряжу для этого не нашла. Посмотрим. Вот. В принципе, я люблю использовать всякие, ну, всякую разную фурнитуру. Я не очень люблю вывязывать нос, я ленивая. Но здесь он так шикарно смотрится. Поэтому, девочки, носик я обязательно ей свяжу. Смотрите, ему. Или ей, все равно. Вот. Свяжем ему нос, потому что он красиво смотрится. Пряжа у него не Хималая, а другая какая-то, поэтому, может быть, собачка у нас больше. Да, и там я видела, что по размеру петель там идет хорошее такое, достаточно хорошее количество. Собака должна быть большая. Фурнитуру я буду использовать. Раз уж я беру вот эту рыжую, и есть у меня вот такие рыжие глазки. Не знаю, как будет смотреться, посмотрим. Или вот такие рыжие возьму, или вот такие, они немножко идут с блеском, как будто рыжие и золотистые такие, вот. Носу, глазки, они идут у меня 12 миллиметров. 12, по-моему. Так, у меня здесь нету линейки. Дох, у меня есть линейка. Так, девочки, вру. Глазки. 1, 2, 3. 13. Девочки, глазки 13 миллиметров. Нос должен быть 3,5. Да, нос 3,5 сантиметра. Но я не знаю, нос буду использовать или нет, потому что хочу связать. Но на всякий случай, я думаю, что размер вот такой фурнитуры будет вполне достаточно. Так. Для носа я возьму обыкновенный акрил, крючок 3,5, для Хималая беру крючок 5, всегда только его использую. Плюс я уже связала, смотрите, какая красота. Это вам не простые такие штучки, да? Это же настоящая ляжка здесь. А корочка, блин. Но мне нравятся такие формы. Это уже что-то такое более серьезное, девочки. Да, это не игрушки для маленьких деток. Это уже, наверное, будет наш верный друг, который будет сидеть у нас на полочке или на нашей спинке кроватки. Так, вот рука. Нога. Блин, прям охота замерить ее. Нога 7. 7 и еще 5. 12 сантиметров. Даже, может, чуть больше нога. Ну, тут лапа конкретная, короче. Вот. И ухо. Вот эти части, которые я уже связала. Будем сейчас вязать вместе с вами. Так. Давайте, я знаю, что многие постоянно возмущаются, хотят схемку искать, не хотят. Я вам дам возможность сделать скриншоты. Итак, вот голова. Но я вам говорю, что голову я буду вывязывать из туловища. Сделали паузу, сделали скриншот. Вот уши, девочки. Вот. Уши и нос. Окей? Вот глаза. Глаза я планирую просто сделать с белым, без обвязки. Но здесь идет обвязка. Почему я не хочу делать обвязку? Потому что у меня нету рыжей тонкой пряжи. Поэтому посмотрим, как будет без обвязки. Вот тело. Делайте скрин, если кому-то надо. Тело вяжется снизу наверх, поэтому здесь ноги нам придется или садить на шарниры, что я думаю, я и сделаю, потому что я хочу, чтобы он сидел.
Шарнир я, скорее всего, здесь буду использовать где-то 2 сантиметра, не больше. Достаточно. Руки мы будем ввязывать. И здесь заканчивается шея на 12 столбиков. И отсюда мы будем вывязывать голову, чтобы, ну, не садить на шарнир, потому что, может быть, его у кого-то нету. Так, вот вяжутся шорты. Я думаю, что очень легко вяжутся шорты спицами. Кто не умеет вязать спицами, вы можете, в принципе, по этой же схеме вы можете вязать крючком. Если вы, например, здесь стоит 2 лицевые убавки, это одно и то же, что 2 столбика убавка, вы любую схему из спиц можете переделать на крючок. Разницы нету. Я уже это пробовала, и оно действует. Так. Делайте скрин на передние лапки, на задние лапки. Ой-ой-ой, все помещается в камеру. Вот так. Это все та же задняя нога. Только я буду вязать без каркаса. Это мордашка. Стоит мордочка. Вот так. Продолжение морды. Продолжение морды. Окей. Так. Все то же самое опять. До сих пор все это же морда. Потом идет сборка. Сборка. Голову она пришивала. Руки она пришивала, вставляла каркас. Конечно, красиво, если вы сделаете каркасом, они будут ручки двигаться, да? Вот, но я хочу сделать эту игрушку для ребенка маленького, поэтому. И вот лапки заканчиваются тем, что она еще темной ниткой, что я тоже очень хочу сделать, сделаю такие стежки. Очень красиво смотрится. Я думаю, что на этой лапе это здесь получится. Можно один стежок сделать и второй черной ниткой. Вот, ну и вот такой вот сладенький получился чудик. В принципе, девочки, вот эта часть у меня будет рыжая, да? Была бы у меня рыжая нитка, я бы тоже обвязала. А что, если мы Хималаем обвяжем? А почему нет? Этой же рыжей. Короче, мы попробуем, да? Ну, что-нибудь нахимичим, что-нибудь сделаем. Вот, ой, хорошенький. Я уже не дождусь. Хорошо, что завтра... Никому никуда еще надо. У нас у немцев сейчас Пасха. Я знаю, что многие говорят, это грех большой вязать. Но я не могу не вязать, девочки. Я думаю, Бог меня простит за это. Для меня это не работа, для меня это наслаждение. Для меня это медитация, для меня это успокоение нервов. Для меня это просто кайф. Поэтому все то, что приносит добро, успокоение, равновесие, баланс, я не думаю, что это работа, я не думаю, что это грех. Вот. Ну а если это грех, я думаю, Бог меня простит. Так я скажу. Да, сегодня у нас воскресенье, сегодня Пасха. Я сегодня свободна, у меня сегодня тишина, и поэтому есть возможность сделать для вас это видео. Ну, начнем. Давайте с носика. Я люблю вот эти всякие мелкие детали сперва, чтобы они были у меня готовы. Берем черную пряжу. Крючок я беру для этой пряжи. Это акриловая, обыкновенная, акрил 100%. Самая дешевая пряжа, которая есть. Можете взять хлопок. Очень красиво. Качественно будет такой носик, будет блестеть немножко. Для него тоже можно взять крючок 2,5-3 для хлопка. А я беру этот. Хотя здесь можно, в принципе, еще тоньше крючок взять, но я не могу. У меня пальцы болят и суставы болят. Не хочу я мучить себя, издеваться над моим организмом. Для чего? И так я уже не девочка. Уже целых 40, блин. Но мне мама сказала, в 40 лет только жизнь начинается, поэтому я... В ожидании будущего. Что делаем? Берем и делаем 7 воздушных петель. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
6, 7. Так, теперь мы вяжем от второй петли крючка. Вяжем 4 столбика. Блин, девочки, вы что-нибудь здесь увидите, нет? Я надеюсь, да? Я сама нифига ничего не вижу. Так, попытаюсь поднять чуть-чуть. Вяжем с самой первой петельки 4 столбика. Так, пойду-ка я возьму потоньше крючок и включу еще одну лампу, окей? Девочки, я взяла крючок поменьше, крючок номер 3. Вот, и записываю второй раз часть этого носика. Короче, здесь что-то у меня не получается. Не получается по схемке. Почему? Потому что если вот логически сейчас посмотреть, да, подумать. Мы делаем 7 воздушных петель. Из них потом мы провязываем 4, потом мы делаем 3 столбика в одну. Это получается, мы 5 петель использовали. Потом у нас еще идут 3 петли, это 8 петель. И потом еще одна прибавка, это 9 петель. Да? У нас, в принципе, должно где-то около 10 петель, мы должны воздушных набирать. Но у меня не сходилось, не получается, вот хоть убей меня, не получается и все. Вот, делайте себе скрин, и если у вас получится, вяжите этот нос. Я же сделаю по-другому. Я выйду на те же столбики, как и тут, по размеру, чтобы он подходил, но свяжу его по-другому. Вот. Если кто хочет, вяжет со мной, кто не хочет, попробовать связать как у автора. Может быть, до меня это не доходит, может быть, я где-то делаю ошибку, да? Но у меня не получается. Я сейчас, не снимая видео, 2 раза его вязала, там должно быть другое количество петель. Если я набираю другое количество петель, то нам надо будет его соединять, и внутри получается у нас такой, как вырез, который зашивать еще нужно. Ну, не знаю я, не получается. Короче, вяжем по-другому. По размеру он будет такой же, и по форме тоже. Для этого делаем кольцо амигуруми и вывязываем 6 петелек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6. Затягиваем. Теперь мы вяжем 6 прибавок. В каждую петельку мы делаем прибавку. 1, 2, 3. 4, 5 и 6. Так, теперь мы делаем 3 столбика. Это уже следующий ряд, да? 1, 2, 3. И делаем 3 прибавки. 1 прибавка. 2 и 3. Теперь вяжем опять 3 столбика. 1, 2, 3. И опять делаем 3 прибавки. 1, 2. И 3. Так, я ставлю здесь маркер. У нас сейчас с вами 18 столбиков. Вот. И мы сейчас провязываем 3. Мы сейчас провязываем 3 ряда, 18 столбиков без изменений. 3 ряда. И потом у нас получается, ну, такой, как колпачок такой. Туда мы заполняем вату, прикладываем голове и пришиваем. Вот. Эти 3 ряда мы вяжем самостоятельно, да? 3 ряда, 18 столбиков. Вот такой у меня получается носик. Я надеюсь, вы здесь что-то видеть можете, потому что все черное. Я делаю последнюю соединительную петлю. Закрепляю. И по
длиннее ниточку оставляем, чтобы потом к мордашке это пришить. Я надеюсь, что по размеру он подойдет. Если нет, то можно просто поставить пластиковый нос на крепление. И все. Вот. Такой пятачок. Так, вяжем дальше. Вяжем с вами ушки. Уши выглядят вот так. Берем рыжую пряжу. Так, это я могу убрать. Делаем 3 воздушные петли. Ой, какой кайф на нее перейти, девочки. У меня, смотрите, у меня вот от этого тонкого крючка, потому что я не могу по-другому, вот как все так вяжут, мне нужно вот этот палец давить сюда. Не знаю почему, по-другому не умею вязать. И у меня всегда вот тут вот болит. И раньше, когда я этой плюшевой пряжи еще не вязала, я вязала только хлопком или акрилом, у меня постоянно вот здесь прям кожа слазила. Да, много вязала. Кстати, у меня есть схема кукла Стеша, наверное, кто-то знает. Ну, она везде в интернете свободная, и у меня есть на нее разрешение связать. Там очень много работы, но она очень красивая, вяжется она, девочки, из вот или акрила, или хлопка. Ее я тоже сделаю. Так, делаем 3 воздушные петли. Раз, 2, 3. Теперь мы делаем 2 прибавки. 1 прибавка. И в последнюю петлю 2 прибавка. Работу поворачиваем, но не делаем воздушную петлю. Не делаем ее, да? А вяжем сразу вот сразу сюда же. Если мы будем делать воздушную петлю, то у нас край будет такими, ну как петельки будут через ряд, она некрасива. Поэтому просто поворачиваем работу и делаем сразу же в первую сюда, под эту же последнюю петлю, прибавку. Вот. Теперь мы вяжем 2 столбика. Раз. 2. И в последнюю, вот сюда в последнюю мы делаем прибавку. Поворачиваем работу, у нас сейчас с вами 6 столбиков. Теперь опять же вот в эту самую первую сюда под низ делаем прибавку. Теперь мы вяжем 4 столбика. Раз. 2. 3. 4. И вот в эту последнюю мы делаем прибавку. Поворачиваем работу. У нас сейчас с вами в данный момент должно быть 8 столбиков. 2, 4, 6, 8. И теперь мы вяжем от 6 до 17 ряда 8 столбиков. Туда-сюда, туда-сюда. Так, от 17 отнять 6, это получается 11, еще один ряд, 12 рядов. Мы вяжем, вот, 12 рядов без изменений наверх, окей? И потом с вами здесь встретимся. Итак, девочки, я провязала эти 12 рядов, и теперь мы будем делать убавочки. В таких ушках, в принципе, убавки можно делать, не провязывая 2 петли вместе, а просто одну пропускаем и идем сюда. У меня очень часто в таких случаях получается между этими петельками дырочка, поэтому я все равно эти 2 петельки провязываю как убавку. Вот. Итак, мы сейчас с вами делаем одну убавку, 4 столбика убавка. Для этого я ввожу крючок прям вот сюда в первую. Потом вторую, это будет у меня убавка. Я ее провязываю, чтобы у меня здесь дырок не образовывалось. Вяжу теперь 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. И делаю убавку опять. Так, поворачиваю работу.
И у нас сейчас 6 столбиков, и мы вяжем 3 ряда без изменений. 1 ряд, 6 столбиков, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем. Второй ряд, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем. Третий ряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Поворачиваем работу и делаем еще один ряд с убавками. Мы делаем убавку. Я ввожу сюда в первую и во вторую. Делаю убавку. Потом провязываем 1, 2. И еще одна убавка. Вы можете эту убавку не делать, а просто эту петельку одну пропустить. Поворачиваем работу и вяжем также 3 ряда без изменений, 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2-й. И последний. 1, 2, 3 и 4. Вот. Такое у нас получается ухо. Теперь мы делаем обвязку. Обвязку мы здесь, в каждый столбик, ну вот просто вы смотрите на линию, да, и примерно видите, куда нужно вводить. Вы здесь не можете разобраться, где столбики, где тут что. Если бы мы делали воздушную петлю после каждого ряда, то у нас были бы вот здесь такие вот еще зигзаги, или как они там, не знаю. Поэтому я не делаю в таких вещах воздушную петлю. Вот в эту последнюю петельку мы сделаем еще одну петлю. И теперь просто обвязываем это ушко. Чтобы у нас край был красивый. Просто рядышком вводим и все. Я уже здесь даже не считаю, сколько петелек. Чтобы эти ушки стояли, в схемке автор брал тоненькую такую проволочку. Он ее сюда просто ложил и вместе с этой проволокой делал обвязку. И тогда эти ушки, потом, девочки, вы можете их гнуть, как вы хотите. Но из того, что я знаю, сколько я уже игрушек привязала, везде там, где используется вот эта проволока, более декорация идет. Потому что если детки будут постоянно с ними играться, рано или поздно эта проволока будет из петель вылазить. Знаете, что вы можете сюда вставить, девчат? Вот этот вот шинели они называются, такие, проволока, которая с таким пушистиком. Вот такого цвета. Вставляете, обвязываете, тогда во. Сейчас мне в голову пришло. А у меня нету рыжего такого. Если бы она была, можно было бы вставить, обвязать, и тогда ты можешь ушко гнуть, и тогда уже можно это ухо так загнуть, как хочешь. Загибайте, как хотите, блин. Все будет стоять. Так, что я еще хотела сказать. Перед тем, как я это ухо довяжу, у меня очень часто спрашивают, как связать двойное ухо. Это ухо можно использовать для заек. Вы точно такое же ушко еще свяжете, например, кремового цвета, точно такое же, без обвязки. Ложите наверх, потом берете эту пряжу и обвязываете вместе белую, ну вот кремовую и эту. И тогда у вас получается с одной стороны такой, а с другой стороны белый. И обвязка идет аккуратная от этого рыжего. И у вас получается двойное ушко. И можете эти ухи использовать для зайцев. Очень красиво. Вот.
Это сейчас мне в голову пришло, потому что были комментарии. Я не ответила на это комментарий, но я прочитала. Просто, ну, я не всегда могу в комментарии ответить, как это должно быть. Вот сейчас у меня возможность это была. Я думаю, что мои видео, в основном, те, кто со мной вяжут, они каждое видео смотрят, поэтому кому нужно, они услышат. На уголках вот здесь, чтобы ухо не закруглялось, сделайте как прибавочку. Но видите, здесь у меня дырка образовывается, поэтому эту дырку я не хочу. Поэтому я веду не вот в эту петельку, да, а может быть чуть-чуть ниже сюда. Желательно эту не обрезать, а провязать ее. Все равно можно сказать я ее. Ну, сейчас посмотрим, если она затянется. Здесь сделаем две. На уголках сделаем по две петельки, чтобы круг образовался. Ну, я думаю, нормально. Вот и так обвязываем это ухо до конца. Вяжем два таких уха. Девочки, не могу остановиться. Я вошла в азарт. Мне, чтобы паузу нажать и делать другое, я не могу остановиться. Блин. Вот так вот получается, девчат. Будет очень красиво. Без обвязки никак. Да? Обвязка должна быть. Окей. Вяжем дальше ручки. Для рук мы берем рыжую пряжу, или вашу темную, какую вы хотите. Делаем кольцо амигуруми. Вывязываем 6 петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем. Делаем 6 прибавок. Раз, два, три. 4, 5 и 6. Теперь мы вяжем 4 ряда. Не, подожди. 3, 4, 5, 6, 7. 5 рядов, девочки. Мы вяжем 5 рядов без изменений. Да? А потом мы меняем цвет на светлый. И там будет у нас еще ряд убавки. Вяжем сейчас 12 столбиков, 5 рядов без изменений. Вот я провязала эти ряды. И теперь мы делаем смену нити на светлую. И провязываем еще раз 12 столбиков. Провязываем один ряд. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12. Заполняем только вот эту часть с ватой, не больше. Вот. Теперь мы делаем 4 столбика убавка. И так 2 раза. Раз, два, три, 4. Убавка. Раз, два, три. 4, убавка. У нас сейчас в данный момент 10 столбиков. Теперь мы вяжем 5 рядов, 10 столбиков.
Итак, девочки, провязала я эти 5 рядов, 10 столбиков. Теперь мы делаем еще один ряд с убавками. 3 столбика, убавка. 2, 3, убавка. Еще раз. 1, 2, 3, убавка. У нас сейчас с вами 8 столбиков. Теперь мы провязываем 2 ряда 8 столбиков. Ну, я делаю 16 столбиков, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще один ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Так, такая рука или лапа передняя получается у меня. Теперь смотрим, где здесь у меня переход. Этот переход должен быть сбоку или внутри, или снаружи. Желательно, чтобы он был внутри. Поэтому, если, например, у вас был бы крючок здесь, провязывать еще пару петелек, чтобы вот этот вот переход был здесь сбоку. Потому что мы будем руку вот так вот к телу ввязывать. Складываем вместе и провязываем за обе стеночки вязания. Все. Наши, можно сказать, ручки готовы. Наши ушки тоже готовы. Пятак наш тоже готов. Теперь мы вяжем ноги. Я вам говорила, что я бы хотела сделать ноги на суставчиках. Девочки, блин, я уже провязала, и я не хочу распускать. Иначе, ну, я могу это все выкинуть, если я буду распускать. Потому что сустав... А, нет, подожди, я его засуну сюда. Дох. Девочки, я его сюда засуну, сустав. А вы смотрите сами. Я засуну, потому что я хочу, чтобы у меня нога вот так вот двигалась. У меня вот... Так как суставчик 2 сантиметра, он залезет сюда сбоку. А вы можете сделать ниточное крепление. Очень легко. Надо брать плотную нитку и насквозь прокалывать через ногу, через туловище, через другую ногу. И потом также идти назад через ногу, пару петелек наверх, через ногу, через туловище и опять в эту ногу и здесь. И потом это завязывается. И все, и ножки двигаются. Посмотрите, здесь на ютубе есть девочки, которые вяжут тоже ниточное крепление игрушек или пуговичное крепление. Вы также можете взять такую какую-нибудь кремовую пуговицу и сделать пуговичное крепление. Это пуговичное крепление есть на моем канале. Я показывала такого большого зайца, я вязала. Но я его здесь не вязала, а показывала, как на нем приделать ноги с помощью пуговиц, чтобы они тоже двигались, да? Потому что я думала, у меня не залезет сустав, а он маленький, он залезет сюда как раз. Все. Так, вяжем. Сперва вяжется вот эта нижняя часть, а потом здесь остается эта ниточка, иголка, это все затягивается. Потом отсюда набирается и вяжется такая ляшечка. Ляшечка, сразу у меня корочка захотелось. Вроде бы не голодное время уже, по-моему, 10 часов вечера. Ну, мне, знаете, у меня порода такая гончая. Мне никогда не мешает ночью покушать, потому что я всю жизнь была худая, всю жизнь свою. А после родов меня начало хорошо так округлять и остановилась. Поэтому... Я полнотой, слава тебе, Господи, не страдаю. Могу хавать, что хочу. Но было такое время, что меня, конечно, один раз бомбило. Потом думаю, не-не, Ленок, надо бремзен тормозить. Так, где у нас конец-то? Или начало? Вот она. Блин, у меня всегда здесь такой творческий бардак. Вы видели, да, что у меня в комнате?
Ну, сын сегодня рад. Сын спит сегодня в моей комнате, потому что я, наверное, часиков до двух я здесь посижу сегодня. Если вообще успею все сделать. Там еще шорты вязать спицами, там много вязать. Вяжем 6 столбиков в кольцо амигуруми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем. Вот. И делаем 6 прибавок. Вот эту ниточку я хочу положить и провязать ее чуть-чуть, чтобы я потом могла ее спокойно отрезать. Хотя я использую всегда как маркер ее, да? Она у меня длинная достаточно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Теперь мы делаем один столбик, одна прибавка, и так 6 раз. И вяжем потом 2 столбика, прибавка, и так 6 раз. Я не думаю, что это нужно обязательно показывать. Вот вяжем вот эту часть самостоятельно. Один столбик, прибавка 6 раз. Потом следующий ряд 2 столбика, прибавка 6 раз. И потом мы вяжем 3 ряда 24 столбика. Окей? Я еще раз вам покажу. Это кто вот не знает, я поставлю сюда маркер. И вяжем. Один столбик, одна прибавка. И так весь ряд. Это значит 6 раз. Потому что у нас в ряду повторяется это 6 раз, да? Один столбик, одна прибавка. До конца ряда. Потом 2 столбика, прибавка 6 раз. И потом вяжем с вами 3 ряда 24 столбика. Вот я провязала эти прибавки и 3 ряда. Теперь мы делаем 10 столбиков убавка. И так 2 раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 убавка. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 убавка. Следующий ряд делаем 9 столбиков убавка и так 2 раза. Точно так же, как этот ряд, только 9 столбиков убавка и так 2 раза. И потом мы вяжем 2 ряда без изменений. Так, и эти ряды я провязала. Следующие 2 или 3 ряда. Следующие 3 ряда провяжем таким методом или способом, или я не знаю, как назвать. У нас сейчас с вами 20 столбиков, да? Мы сейчас делаем 8 столбиков убавка, так 2 раза, потом 1 ряд без изменений, и потом 7 столбиков убавка и так 2 раза. Вот эту часть провяжем с вами. Вот, вот она. 8 столбиков убавка 2 раза, потом 1 ряд без изменений, и потом 7 столбиков убавка и так 2 раза. Точно так же, как вот эти ряды мы сейчас здесь провязывали с вами, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Убавка. И точно так же. 8 столбиков убавка. Потом провяжем с вами один ряд без изменений. А потом 7 столбиков убавка и так 2 раза. Вот я провязала эти ряды, у меня в данный момент 16 столбиков. И сейчас мы будем делать вот это вот отверстие вот для этой ноги. Для этого мы провязываем 2 столбика.
Раз, два. Теперь мы делаем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Здесь мы пропускаем 3 петельки. Раз, два, три. И вводим в четвертую. И отсюда вяжем 11 столбиков. Это одна, о, да, или один столбик. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Далее. Это отверстие должно получиться сверху, да, девочки? Мы заполняем, пожалуйста, наполнителем. И вяжем 6 столбиков, убавка и так 2 раза. Следующий ряд мы вяжем 5 столбиков, убавка и так 2 раза. Потом у нас остаются только еще 6 убавок и остается вот такое отверстие, которое мы просто с помощью иголки это затягиваем. Итак, мы сейчас делаем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, убавка. Еще раз так же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и убавка. У нас с вами 14 столбиков. Наполняем ватой. Следующий ряд мы вяжем 5 столбиков убавка и так 2 раза. Потом делаем 6 убавок. Потом у вас останется вот такое отверстие, которое мы просто закрываем. Итак, девочки, вот такая часть у меня получилась. Теперь мы будем вывязывать голенище, да, называется это? Ножку сверху. Для этого мы прикрепляем нитку вот с этой стороны. Справа, да, вот если вы на ногу так смотрите, вот с этой стороны. Я беру для этого потоньше крючок. И мы должны набрать по кругу 8 столбиков. Если вы набрали по кругу больше столбиков, ну так у вас получилось, потому что место осталось, это не страшно. Лучше одну петельку добрать, чем не добрать. Вы ее в следующем ряду убавите, иначе у вас просто образуется дырочка. Но это тоже некрасиво, да? Так, 2 столбика. 3. 4, 5, 6, 7 и 8. Вот. Теперь вяжем один ряд 8 столбиков. Так, я его сюда где-нибудь введу и провязываем. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Так, теперь что мы делаем? Теперь мы провязываем. У нас сейчас с вами 8 столбиков, да? Да, теперь мы провязываем 3 столбика, прибавка и так 2 раза. Раз. Два, три, прибавка. Тяжело вязать, что мелочь такая.
Еще раз. Раз. Два. Три. И прибавка. Следующий ряд мы вяжем. Третий, четвертый, пятый. Три ряда без изменений, 10 столбиков, да? Три ряда без изменений, 10 столбиков. Вот я провязала эти три ряда. Теперь мы вяжем, девочки, 4 столбика, прибавка, и так 2 раза. Раз, два, три, 4, прибавка. Раз, два, три, 4, прибавка. Вот. У нас сейчас с вами 12 столбиков. Теперь мы должны один ряд провязать, где вяжем один столбик, 4 прибавки. И вот эти вот 4 прибавки, они должны быть именно вот как, где колено идти, здесь впереди. Вот как тут. Вот посмотрите, я сделала здесь 4 прибавки. Раз, два, три, 4. Вот они, здесь снизу. Это значит, что если вы сейчас здесь провяжете один столбик, да, как по схеме, и потом 4 прибавки, это одна прибавка, вторая, третья, четвертая, то у нас получается колено здесь. Бывает такое вязки, если вы по кругу вяжете, то у нас из-за прибавления вот эта вот петля, которая последняя, она как смещается. Чтобы на правильное место выйти, нам нужно, девочки, эту петлю переместить сюда. Чтобы вот здесь, вот если вы сейчас правильно посмотрите, вот эти передние петли, 4 штуки, 1, 2, 3, 4, чтобы именно тут были прибавки. Это значит, здесь прибавка, 2, 3, 4. Это значит, рядом с ней здесь должна быть одна петля или один столбик, который мы сейчас должны провязать. То значит, вот эта вот петля, ее нужно сместить 2 раза сюда. Понимаете? Просто смещайте и все. Все очень просто. Раз, два, все. Теперь можно сказать, мы сместили эти петельки, у нас ряд здесь начинается. Мы вяжем один столбик и вяжем 4 прибавки. Одна прибавка. Вторая. Третья. И четвертая. И дальше мы вяжем 7 столбиков. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6 и 7. Вот. Видите, теперь у нас вот колено прям правильно будет, где вот мы должны будем прибавлять. Вот эта вот часть у нас должна сейчас так сбоку увеличиваться. Сейчас можно заполнить, да, вот это место, чтобы оно плотное было. Вот. Следующий ряд. Мы вяжем один столбик. И теперь вяжем один столбик, прибавка, и так 4 раза. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. И последний раз. Столбик, прибавка. И остается у нас с вами 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В данный момент у нас 20 столбиков. Теперь мы вяжем, девочки, 9, 10, 11, 12, 13, 5 рядов без изменения наверх. Да? И заполняем это все ватой. И вяжем
5 рядов, вот эту вот часть без изменения наверх. Итак, я провязала этих 5 рядов. Вот здесь вот в данный момент вот этот вот переход, у меня эта петелька спустилась немножко вниз, потому что здесь была тонкая нить, да, и если бы я в нее бы вошла, то у меня была бы дырка. Лучше бы я в нее бы вошла и потом затянула, чем вот такое. Мне это вообще не нравится, она меня очень сильно мучает. Поэтому я потом, когда вот сейчас ногу мы свяжем, хочу вот этой темной нитью, рыжей, попробовать здесь обойти вот эту кайму, если у меня получится. Потому что у меня здесь нету никакой передней петельки, да, за какую можно зацепить. Но я хочу попробовать сделать как косичку, чтобы здесь красивый такой переход ровненький был, потому что мне вот это не нравится. Итак, давайте довяжем здесь, да. Мы провязали 5 рядов. Теперь мы делаем 3 столбика. Раз, два, три и две убавки. Одна убавка, вторая убавка. А видите, девочки, эти убавки тоже должны быть здесь впереди. Опять эти петли смещения нужно сделать, потому что две убавки должны быть именно здесь впереди на коленке. Поэтому, девочки, мы столько провяжем, пока вы не будете здесь спереди, да, чтобы потом раз-два, раз-два, чтобы мы вот именно вот эту часть убрали. Понимаете, что я имею в виду? Я вышла сюда наперед, на коленку, и делаю здесь убавки, две штуки. Одна убавка. Вторая. Может быть, вы правильно стоите, чтобы вам не нужно делать эти петли смещения. У меня немножко смещается. И остается у нас 13 столбиков еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12 и 13. Так, теперь мы делаем один столбик, убавка, и так 6 раз. И потом делаем 6 убавок и закрываем ногу. Так, мне нужно будет заполнить. И у меня есть, девочки, вот такие маленькие суставчики. Они у меня 2 сантиметра. Вот, например, ну вот можно посмотреть, пускай вот эта нога будет. Пусть она, если мы на нее прямо смотрим, левая, а та будет правая, да? Да. Значит, вот этот сустав мы вводим, ну вот, например, у нас здесь еще один ряд будет убавки, да? Вот один столбик убавка 6 раз, и потом 6 убавок. Значит, я бы, например, если это у меня будет другая нога, если они у меня будут вот так, то вот сюда бы я вставила вот этот сустав. Вот так. Вот. Потом заполняю ватой и закрываю. А здесь мне нужно сейчас туда посмотреть. Вот сюда. Раз я уже забыла про него, да? Сюда. Ой, девочки, хочу его засунуть. Или потом придется вату вытащить. Вот так. Все. Вот такие две култышки у меня получились. Мы их заполняем. Здесь до конца убираем один столбик убавка 6 раз, и потом 6 убавок, и вот такое отверстие получается. Закрываем. Вот две ноги. Шикарные лапы, чё.
Мне нравится. Только сейчас вот это вот еще надо убрать. Вот это место я... Ну, давайте закрою вместе с вами. Но я потом ее не заполню. Надо успела заполнить. Давайте сделаем один столбик. Убавка. Один столбик. Убавка. Вы поняли, да? Вот в таком темпе весь ряд. Так, что я хочу сейчас сделать? Я хочу попробовать закрыть вот этот бардак. Я не знаю, смогу ли я, цепляя за петли, получится ли у меня это, потому что мне не нравится. Закрывала бы я это этой рыжей нитью. Хочу красивый ободок. Для этого беру тонкую иглу и ввожу. А куда вводить? Вот за эти белые петельки. Я, девочки, только пробую. Я не знаю, честное слово. Хочу просто попробовать, получится или нет. Если не получится, я возьму другой метод. Воздушка. И идем. Я не буду ее вязать, она мне мешает. В следующую сюда. А, надо делать соединительные с девочки. Соединительные петельки. Не столбики без накидов, а соединительные. Ну, провязать. И вот так соединить. Теперь идем сюда. Стараемся низко так, да, вот где мы ее провязали. Соединить. Соединить, чтобы она вот ложилась прям. Смотрите, видите разницу? Я вот люблю, чтобы было аккуратно, но в некоторых моментах я очень ленивая. Охота все быстро, красиво, но быстро. Люблю скорость. Все равно где? Везде, чтобы была скорость. Да, вот у меня была жду штраф, девочки. Ездила я в Берлин, блин, на машине. И превысила в зоне... Настройки на автобане превысила 21 километр. Там на автобане была стройка, и там нужно было ехать 80, а я проехала, по-моему, 110 или что такое. Но это мало для автобана, но там была стройка. И что вы думаете? Жду 80 евро штрафу и один пункт. Один пункт у нас в Фленсбурге, пункты такие. Если соберешь там, я не знаю, сколько пунктов, то хана твоему. Твоему, как они называют по-русски, твоему лапоть. Я не знаю, как. Короче, правам твоим хана. А у меня уже давно права. Я как приехала в Германию и сразу в 19 лет права сделала. И ни разу мне такого не было, но в этот раз я конкретно лопухнулась. Вот что значит скорость. Смотрите, девочки. Вот это красиво. Ну, как лучше? Вот так или вот так? Конечно, вот так. Просто брать... И стараться прям под вот этой вот белой, чтобы она сверху закрылась. И все соединительными петельками. Понимаете? Ну, блин, я уже месяц жду этот штраф, он до сих пор не приходит. А в Германии тут все по законам. Если тут пару месяцев не пройдет, все. Я скажу, ваш срок ограничения прошел. Вы меня прощаете. Первый раз в жизни за 20 лет, блин, получила я такое письмо. Вот так вот. Смотрите. Ну, пусть чуть-чуть видно там, да. Ну, лучше, чем вот так. Ну, вот это вообще порнография, мне не нравится. Я тоже обязательно так обмотаю, чтобы вот так вот получалось. Вот. Ух ты, он стоит. Окей, приступим вязать туловище. Девочки, смотрите, перед тем, как туловище вязать, хочу перебить. Вот я связала, довязала я вот эти ножки. Мне очень нравится, так намного лучше. Лучше, чем до этого. Вот, перед тем, как вязать еще туловище, я, знаете, что забыла? Глазки.
Вот, давайте мы лучше сперва глазки сделаем, чем туловище, потому что я вот теперь не знаю. Здесь так сделано, что голова вяжется отдельно, да? И эти глазки, они закрепляются вот тут. Но я бы хотела бы закрепить в голове, чтобы, ну, она уже насквозь была, да? Но я не знаю, хватит ли мне вот это вот расстояние через эту пряжу и потом еще и Хималая. Вот в чем проблема. Поэтому мы свяжем вот эти вот кружки, но садить пока я плотно их не буду. Когда голову свяжем, мы приложим и посмотрим. Если я смогу их закрыть, то я через голову закрою вместе с кружками. И если не получится закрыть, то я сделаю, как она делала, и потом пришью просто к голове. Вот это вот за белое, ну, за белое, этот как, господи. Ну, короче, вы меня поняли. Так, я думала обвязать Гималай, но она не идет, потому что это обыкновенная акриловая пряжа. И у меня есть... дома вот такая пряжа белая. Не знаю, может, кому-то интересно. Вот. И ей я буду вязать крючком номер 3. Вот эти вот зрачки. Белки, белки, боже мой. Белки мы вяжем. Так, где мой крючок? Где мой чудо-крючок? Вот, у меня тут на кровати... Блин, пока мне нужно с вами ряды вязать, эти там 5 рядов, я включу еще компьютер здесь на кровати и сижу, видосы смотрю и вяжу. Также я не могу, иначе я буду с вами по 3-4 части видео делать. Так, делаем кольцо амигуруми и вывязываем 7 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Девочки, я вам покажу, чтобы меня потом не спрашивали в комментариях. Я даже не знаю, сколько здесь, какой здесь метраж. 100 грамм, 320 метров. Обыкновенный акрил. Акрил, акрил, акрил. Где это стоит? Здесь все на турецком. Да, 100% акрил. Так, 7 в кольцо. Теперь мы делаем один соединительный столбик в первую. Соединяем. Одну прибавку. Угу, окей. Одна прибавочка. Простая прибавочка, да? Потом идет одна прибавка из полустолбиков с накидом. Накид вводим в следующую и провязываем все вместе. Еще раз так же, в эту же. Потом идет одна прибавка из столбиков с накидом. Накид вводим и вяжем столбик с накидом. Сперва провязываем 2, потом опять 2. И еще раз также накид сюда же провязываем 2, потом еще раз 2. Теперь мы делаем одну прибавку из полустолбиков с накидом. И простую прибавку. И делаем соединительный столбик. И на всякий случай я оставлю ее подлиньше. Девочки, но если у вас есть вот такая пряжа, да, то можно ей обвязать. Не нашла я у себя нигде именно вот такой рыжий. Я не думаю, что сегодня все это видео сделаю. Я еще поищу, может быть, найду, потому что мне кажется, эта обвязка будет красива. Но все равно я на всякий случай оставлю подлиньше эту пряжу. Если вдруг я не найду, то я ей пришью. Так, глазки, да, рыжие прям вот классно сюда. И рыжие вставляются. Вот эта вот часть, где мы делали с прибавками, с накидом, да, она должна как-то снизу быть. Вот,
снизу, вот это удлиненное. Глазик вставляем прям внутрь. Поэтому, может быть, сначала колечко сильно не затягивать. В принципе, нужно было. Вот так. Вот так вот примерно выглядит один глаз. Если вы такую пряжу найдете, то вы просто берете и по кругу один ряд обвязываете. Не столбиком без накида, а желательно соединительной петлей. Тогда получается ровненькая такая косичка. Если вы сделаете столбиком с накидом, то будут вот эти цик-цаки. Будет некрасиво. Вот смотрите, она здесь сделала столбик без накида. И здесь не написано. Дох, написано, смотрите. Присоединить коричневую не толстую нить, например, ирис. И сделать обвязку по 2 столбика в каждую петлю. Я так увидела, что здесь прибавочки идут. Понимаете? Вот. Окей. Ну, вот так вот примерно, да? И потом обвязочку делаем. Девочки, пойду поищу. Не успокоишь же, блин, а. Девочки, смотрите, все перерыла. Блин, у меня столько дома ниток. Нашла только вот такое. Ну, вот даже... Ну, вот единственное, вот это можешь подобрать, да? Вот. Ну, примерно. Если взять вот такую, то должны быть глаза такие. Если такую, то вот это будет подходить. Не знаю, я так не хочу испортить эту собаку, но мне кажется, что с обвязкой будет красиво. А если я возьму вот эти глаза, то вот эту нитку. Да. Но эти глаза подходят красиво к ноге. Ну, я имею в виду к морде. Но эти тоже подходят. И больше сюда. Даже не знаю, что это вообще за нитка. Короче, давайте попробуем, а. Девчат, вы мне извините, что я делаю все на, можно сказать, на бегу вместе с вами. Одна сейчас, наверное, мне обязательно скажет, вы могли бы, девушка, это уже все подготовить. Я могу представить, но я не такой человек, не готовлю. Я ничего заранее, люблю все спонтанно. Так. Короче. Вот она, эта нитка. Мы ее вводим сюда. Я не знаю, если здесь соединительная, да, как это будет получаться. Давайте попробуем просто пока соединительной, как она будет смотреться. Я делаю свободно очень, девочки. Не делаю никаких прибавок, как по схеме, а так попробую. Делаем свободно, иначе она будет сильно стягивать. Мне нравится задумка автора, она красива. Такие вот. Или лучше провязать, как она делала. Потом здесь завяжется. Смотри, красиво. Мне нравится. Давайте так оставим, а? Так, вот она, эта нитка, которую надо будет потом, чтобы завязывать, да? Я сейчас просто сюда еще раз войду. Так. Хочу вот так. Не хочу обвязки делать двойную.
А вот так. И тогда я вот этот глаз сюда засуну. Не будет он смотреться злой. Не знаю, что будет, девочки. Короче, технику вязания глаз вы поняли. Или вы обвязываете, как я, или вы оставляете белым, или вы делаете в каждую петельку прибавку какой-нибудь контрастной нитью. Я себе даже представить не могу, как она будет здесь смотреться, но мне кажется, что будет красиво смотреться. Оставлю именно так. Окей? Все, это были глаза. Слава тебе, Господи.